стоять, сидеть, лежать, сидеть. Знакомьтесь, это Макс, служебная овчарка немецкой породы. Ему всего 2,5 года, но он уже участвовал в операциях по розыску беглых преступников. Ежедневно со своим напарником, инспектором-кинологом Ануаром Салпагаровым, они отрабатывают приемы задержания и поиска. Каждый день с собакой мы сначала выгуливаем, уборка вольеров, потом там у нас полоса препятствий, кормление, кражи, там происходит убийство, мы выходим, да, и предполагаемого преступника след берет и направление преступника указывает. Макс для меня, он же другом стал. Сотрудники кинологической службы со своими питомцами ежедневно проделывают огромную работу по обеспечению безопасности в регионе. Обследуют места массового скопления людей и важные инфраструктурные объекты на наличие взрывчатых веществ. Поэтому особенно важно, чтобы кинолог и его собака были не просто напарниками, но друзьями. Это очень важно, чтобы и кинолог, и собака соответствовали друг другу. Мы подбираем по характеру кинолога и смотрим на характер собаки. Какого характера, чтобы все у нас было в соответствии. В основном у нас здесь на ЦКС МВД по Карачаево-Черкесской республике находятся немецкие овчарки, восточноевропейские овчарки и бельгийская овчарка Малинуа. Конечно, характер у разных собак очень разный. На данный момент в Центре кинологической службы МВД по Карачаево-Черкесии служат 42 собаки. Уход за ними и их воспитание осуществляет 21 человек. Каждый из них настоящий профессионал. А главное, все они любят своих четвероногих питомцев. А те отвечают им взаимностью. Мадина Лайпанова, Далиль Мирза, Архэс 24.